Schütter, da glaube ich, ist auch ein unbekanntes Wort, kommt nicht oft eigentlich, soweit ich jetzt... Этот диктант проводится в рамках всероссийской открытой акции. То ли диктант называется эта акция. И она приурочена к празднованию Международного дня родного языка. В нашем университете диктант проводится уже в пятый раз, то есть пятый год наши участники пишут этот диктант. В этом году мы можем отметить, что у нас увеличилось количество участвующих учреждений, организаций. Die Deutschen nach Sibirien. В этом году мы решили представить все пять уровней. Эти уровни определяются по европейским компетенциям обучения иностранным языкам. И сотрудники кафедры немецкой филологии и центра немецкого языка выступают в роли чтецов. Да, собственно, мы диктуем текст, и наши участники его пишут.